Ваши ручки, Кать. Всем привет! Сегодня мы в пустыне, самой настоящей пустыне. Впервые мы побываем на этом огромном пляже, но без воды. А это верблюд, его можно погладить. Мы видим верблюдов, кораблей пустыни, но они очень опасные, могут даже укусить. Кать, погладь его. Вот она, пустыня. Это барханы и пески. Мы впервые в пустыне на машине. Катя в восторге, а папа и машина даже больше в восторге. Катя в восторге, а папа и мама даже в большем восторге, так как их немного укачало. Причем водителю вообще понравилась реакция Кати. Он был готов проехать всю пустыню. Такое ощущение, что никто раньше так не радовался суперскому вождению нашего водителя. Что скажете, покатались бы по пустыне на джипе? Честно говоря, не предполагал, что можно так на джипе преодолевать барханы. Я думал, что барханы более мягкие и колеса не смогут там проехать. А вот верблюды, корабли пустыни. Красавцы! Что скажете, как вам такие катания по пустыне? Это невероятно! Так что если будете в Дубае, поезжайте покататься в пустыне обязательно. Можно сделать красивые фотографии и весело провести время. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, это очень важно для нас. Здесь довольно крутой подъем и прям необычно захватывает, если так можно сказать. Как ты водителя в раж водишь, ты скажи. Пожалуйста. Плиз. А? Да не, не волнуй. Мы рады видеть вас на нашем канале. Не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии. Мы надеемся, что наше видео понравится вам. Будут интересны для вас. Всем привет! Мы уже в пустыне. Пустыня — это не только, это большой один пляж. Катя, как, где мы находимся с тобой? В пустыне. Что такое пустыня? Пустыня — это большой пляж. Купаться будем? Нет. Почему? Потому что нету здесь никакой воды. А мне кажется, она есть, там море, пойду купаться. Нет, это такое явление. Это такое явление. Да. Что можешь сделать в пустыне? Конечно, покататься на доске.
На доске катаются в воде, так почему не покататься на песке? Сказано, сделано. Поехали! Как вам такой вид? Все зрители в шоке. На трассу выходит Катя. Она легко проходит трассу. Окей, привет! Привет! Еще раз! Как твои ощущения? Супер! Молодец! Я еще раз хочу! Мама тоже впереди. Наш чемпион катался на бархане, теперь можно отдохнуть. Вообще нелегкое это дело папе взбираться на барханы, занося доску для катания обратно. Легко съехать, а вот обратно уже проблема, и так 10 раз. Привет, мы в пустыне. А, Катя, что такое там вдалеке? Это барханы. Барханы, а что такое барханы? Барханы это похоже на огромные куличи. Слушай, а ты слышишь это звук моря? Нет, это поющие пески. А что это такое? Когда песок и ветер, они слышно, что как будто они поют. А тут я думал, что это море, а это не море, это барханы. Да. Что еще здесь можно сделать? Можно ли здесь заблудиться или нет? Можно. Как? Уже это же не лес. Это же не лес, Катя. Почему? Там все здесь одинаково. Можно заблудиться. Ну и правда, да, везде одни барханы. Смотри, чтобы не заблудиться, надо так идти, чтобы тень падала вперед. То есть, если ты шел, тень была сзади, то потом пойдешь, а у тебя будет впереди. Не, нормально. Ну, барханы жесткие, да? Пап. Да. Пап, а ты знаешь, когда я падаю, я могу еще забраться обратно. Вот так. Ага. Вот так. Да? Да. Тебе понравилась пустыня? Да. Ух ты, вау, это невероятное приключение наше, да? Да, всем привет, мы в пустыне, я прыгаю по песку. Как он на ощупь? Хорошо, мягкий. Можно прыгать на одной ноге, нормально. Ну ты спортсменка. И на второй тоже нормально. Всем привет, мы сегодня в пустыне побывали с Катей, да, Катюх? Да. Нам понравилось? Это машины какие-то. Что это за машинки? Это Эта машина, на каких ездят люди. Они называются баги. На них ездят по кускам. Да. И если они застрянут, у них есть шипы. Шипы есть? Да.